Эти пейзажи принесли известность греческому острову Самос. Его близость к турецкому побережью определяет его судьбу в последние годы. Самос стал одной из опорных точек для мигрантов здесь, на северных Эгейских островах. Местный лагерь рассчитан на 650 человек. В действительности в нем и вокруг обитают до 4000. Добро пожаловать в мой мир. Давайте пройдемся, посмотрим, как обстоят дела в лагере. Сара родом из Уганды, она преподавала политологию в университете. Активистка политических и гражданских движений, она бежала из своей страны. Сара говорит, что ей угрожали. Женщина живет в лагере уже 8 месяцев. Как и тысячи других беженцев, она ждет ответа властей на запрос о предоставлении ей статуса беженца. Здесь надолго остаешься? Год, два, три? Это трудно. Здесь дела обстоят так, каждый за себя, ну а Бог за всех нас. Мы выживаем, боремся, это настоящие джунгли. Прежде чем я покажу вам свое жилище, обратите внимание, сколько здесь мусора. Мы живем среди крыс, змей, паразитов, но мы должны двигаться дальше. Нельзя ведь перестать жить. А жизнь, она вот какая. Скажите, вот это все, Европа? Вот некоторые так живут. А вот наша VIP-зона. Люди пытаются сделать жизнь лучше. Привет, Санди, как дела? А у тебя? Он главный архитектор, один из архитекторов этого участка. Вот видите, здесь совсем немного места. Они что-то построили и застелили коврами. Я управляю этим участком, стараюсь держать себя в форме, тренируюсь. Это помогает отвлечься. В противном случае я просто умру в своем углу. Да. Вы сюда, в лагерь, попадаете и начинаете скатываться. Это черная дыра, понимаете? Вы понимаете, что я имею в виду? Тьма смыкается вокруг нас. Мы плохо себя чувствуем. Добро пожаловать. Вот здесь я живу. А вот мой ключ. У вас есть ключ? Да, у меня есть ключ и замок. У нас тут воруют. Мы этих людей называем Али-Баба. Вот моя мини-кухня и моя посуда. Мне повезло, у меня есть зимний спальный мешок, я его купила. Я женщина, мне не стоит выходить из палатки ночью, поэтому я использую ведро. У меня тут вентиляция есть и окно. Есть окно? Да, есть. Я вам говорила, что у нас полно крыс и мышей. Поэтому вот тут я вешаю продукты. У Сары в Уганде остались три дочери. Они знают, что их мать живет в Греции, но женщина не спешит рассказывать детям о деталях своего существования в лагере. Она говорит, что будет бороться ради девочек. Да, мы беженцы, но у нас есть мечта, надежда, цель. Мы не всегда будем скитальцами. Однажды дела пойдут на лад. Каждый день Сара приходит сюда, в центр, организованный в лагере волонтерами неправительственной организации. Женщина дает беженцам уроки английского. Это утвердительное предложение. Вы утверждаете. Я из Уганды. Я учитель. Вы из Афганистана. Я из Афганистана. Я живу в палатке. Очень хорошо. Вам важна эта работа? Да, очень. Не только для моей самооценки, но и для моей карьеры.
Преподавание помогает держаться на плаву. Мне приятно знать, что и здесь люди хотят учиться. Жизнь в джунглях — это жизнь в джунглях. Но здесь, на уроках, мы чувствуем себя немного иначе. Чувствуем себя людьми, чувствуем сопричастность, и у нас есть желание жить, совершенствоваться.